Шалом! Здравствуйте! Я сегодня приготовлю гусиную грудинку. И на гарнир у нас будет зеленая спаржа, лук порей, как называется на иврите, криша, тимин и грибы шимаги. И для соуса нам нужно 50 грамм сливочного масла и один апельсин. Теперь я первым делом буду обжаривать эту кожу. Чтобы эта кожа хорошо обжарилась, я сделаю такие полосы. Старайтесь только кожу прорезать. Видите? Да, мясо нужно прорезать. Вот так. И теперь только сейчас я включаю сковородку. Почему? Я не хочу, чтобы сразу обжаривалась на сковородке кожа. Я хочу, чтобы она томилась. Были жир так. Можно уже поперчить в одну сторону. Потом еще раз посолим, поперчим вторую сторону. Мы его хорошенько обжарим и поставим на духовку на 10-12 минут на 200 градусов. Видите, вся кожа превратилась в жир. Знаете, сколько жира? Жир этот не выливать. Он нужен для всякого блюда, для картошки, для мяса, для... Это чисто масло. Очень вкусное, я и не выкидываю. Вот у нас корочка поджарилась. На другую сторону. И также мы посолим и поперчим. Духовку я включил на 200 градусов заранее, чтобы она разогревалась. Итак, наша грудка хорошенько обжарилась, и мы отправляем ее в духовку на 12-15 минут. Итак, я напоминаю, грудинку мы отправили на 15 минут в духовку, и мы на той же сковородке мы делаем гарнир. Начинаем. Тимьян. Он даст очень яркий вкус. Немного сливочного масла.
чуть-чуть посолим и поперчим. Не надо слишком обжаривать его сильно. Оно чуть-чуть должно быть альденте. В принципе, у нас уже готово. Итак, наш гарнир мы выкладываем в серединке. И сейчас я принесу нашу грудинку. Наша грудинка готовая. Мы не разрезаем ее. Мы даем ее отдохнуть 3-4 минуты. Пока мы сделаем наш соус. Для соуса нужно всего лишь сливочное масло и апельсин. Чуть-чуть оливковое масло. Тогда масло сливочное не подгорает. Я чуть-чуть добавлю цезру. И апельсиновый сок. Все вкусы, которые были на сковородке, я их сейчас достану таким способом. Сейчас наш соус загустит. Можно чуть-чуть соли. Немного. Все, он загустел. Мы выключаем. Итак, 3-4 минуты у нас уже прошло. Соус у нас готовый. Можно еще чуть-чуть включить его, чтобы он был тепленький. Так. И мы порежем нашу грудинку. Видите, она розовая. Так ее самое вкусно кушать. Толсто не надо резать. Теперь это мы все красиво поставим на нашу тарелочку. Обязательно наш сливочный соус с апельсином.
буквально 3 ложки хватает. Я сейчас украшу чуть-чуть. Хорошо. Такое все дело. Вот и в принципе наше блюдо готовое. Очень интеллигентное, простое, немного приправ. И очень быстро я приготовил. Вот в принципе, мы сейчас его попробуем. Все так вместе, я руками, извините, конечно. Очень вкусно, честно вам говорю. Вот этот вкус чуть-чуть с цезры апельсиновой очень придает такую яркость. Очень вкусно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Желаю всем удачи. До свидания.